Вот этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем. Хотя, кажется, никого этим не радуем. Никто нас не любит. Мы чужие на этом празднике жизни. Что такое? Хорошим был человеком Гайдай, хорошим, талантливым, подарившим миру блистательную плеяду фильмов. Он не только был хорошим человеком, но и блистательным. Поняла, насколько Леонидович был тонким, ранимым и талантливым человеком. Ну, в общем, да, потому что он к себе относился с определенной долей иронии и, так сказать, с юмором ко всему относился вообще. Человек он был, конечно, невероятно талантливый. И с моей точки зрения, ну, так как вот я его наблюдал, безумно печальный. Внешне Леонид Иович действительно казался печальным, сосредоточенным, замкнутым. На самом же деле он был разным. Человеком беспредельной энергии, уникального юмора, а главное – таланта. Об этом мы и попробуем рассказать. Отец комедиографа Иов Исидорович Гайдай, уроженец Полтавщины, работал железнодорожным служащим. Профессия интеллигентная. Он и его жена Мария Ивановна были люди своеобразные, судя по тому, какие звучные античные имена – дали они своим детям – сын Александр, дочь Августа и младший сын Леонид. Муза юмора осенила Леонида Гайдая с самого рождения в поселке Свободный Амурской области. Естественно, в Свободном была каторга. Правда, в это время все думали, что тюрьмы больше не пригодятся, поэтому сокрушали их с большим энтузиазмом. Народ в Свободном работал на лесоповале, занимался таежным промыслом. И все думали, что от заразы частной собственности избавились навсегда. Батюшка! Ипполит Матвеевич! Так это вы, святой отец, охотитесь за моим имуществом. Очень красиво! Это не ваше имущество! А чье же? Национализированное! Кем? Властью трудящихся! А, властью рабочих и крестьян! Да-с! А, может... Вы, святой отец, партийный? Может быть. Ах, может быть. В 1931 году Иова Исидоровича перевели в Иркутск, точнее, в предместье Иркутска, приангарский поселок Глазково, где жили железнодорожники. Иркутск был крупным городом и культурным центром. Глазково, расположенное на другом берегу Ангары, было почти деревней. Глазково теперь городской район Иркутска. Поселок был, да и остался тихим, по-своему уютным, с кошками и собаками в каждом дворе. Здесь
На улице Касьянова поселилась семья Гайдаев. Они сами построили себе дом с высокими окнами и светлыми комнатами, не похожие на сибирские дома. Как и соседи, завели кур и прочую живность, посадили сад, устроив его в виде террасы. Именно это место считал своей родиной Леонид Гайдай. Человеком он был от природы наблюдательным, умевшим замечать необычное в том, на что другие вообще не обращали внимания. Все это потом нашло свое воплощение в его фильмах. Налетай, торопись, покупай, живопись. Рекомендую классический сюжет «Русалка» в одноименной опере. Музыка Добромышского, слова Пушкина. Срамота! Леня дома не засиживался. Улица, река, рынок. Везде столько интересного. Но беззаботное детство сменилось школьным распорядком. Леонид учился в Иркутской железнодорожной школе номер 42. Учился неплохо, хотя особой послушностью не отличался. Со второго класса Леня стал заниматься музыкой в детском оркестре. Он попросил купить ему скрипку. Мама скрипки не нашла и купила балалайку. Леня быстро научился на ней играть. Он также освоил домбру, мандолину, гитару и, наконец, главный инструмент той эпохи – трубу. Леня очень любил кино. Тогда вся страна ходила смотреть Чапаева. Все ожидали, что он выплывет. Лене же больше нравились фильмы Чаплина. Он приходил на первый сеанс, а потом, прячась между рядами, смотрел любимое кино по 4-5 раз подряд. Любовь к Чаплину осталась на всю жизнь. Эй, мальчик! Ласка. Эй, мальчик, хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться? А? Это обойдется папаше Дорсету в лишних $500. Между тем, романтики и энтузиазма становилось все меньше, а бдительности все больше. Бдительность вообще вошла в нашу жизнь всерьез и надолго. А про это я сообщу куда следует. Спасибо. Вы порядочный человек, ну, умоляю. Обещайте молчать. Что вы, даю честное, благородное слово. Спасибо, спасибо. Что вы, что вы, что вы? Алло? Милиция? Милиция? Который тут гражданин Горбушкин? Они. Они, Горбушкин. Пройдемте со мной. Собирайтесь. Зачем же я им? Следователь знает зачем. Следователь. Так что вы, как свидетель, можете показать по этому делу? Как свидетель по этому делу я могу показать все. Очень хорошо. А давно вы знаете Щукина? Щукина? Да. Щукина я вообще не знаю. Вот как? Так что же вы можете в таком случае показать по этому делу? Все.
Все, что угодно. Обыска еще не было? Не, не было. Будет. Да неужели же будет? А как же? Высшую меру, между нами говоря, я действительно с трудом переношу. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Прошу садиться. Садиться пришлось многим. Тюрьмы восстановили и построили новые. Жить стало лучше, жить стало веселей. Да что, товарищи, мы обсуждаем совершенно чуждое нам явление. Разве за это наши отцы проливали кровь наших дедов? Грубый век, грубые нравы, романтизма нету, не дают человеку спокойно жить. В школах учили одному, а в жизни происходило совершенно другое. Впрочем, так было всегда. Вот когда мы сюда приезжали, Леня водил меня по всем местам, которые ему были дороги, памятны, еще с глубокого детства. Он мне рассказывал, тут он ходил на лыжах, катался на одном коньке, потом бросал этот конек в сугроб, и уже когда кончались занятия, он на этом коньке возвращался обратно. Вот там вот за домом, туда немножко подальше, Иркут. С детства любимое место, куда он ходил, то ли один, то ли с компанией. Он мне показывал эту реку, она довольно широкая. Он говорил, и вот я Иркут переплывал. Ну, я так очень сомневалась. Думаю, ну не может быть, чтобы он переплывал этот Иркут. Но оказалось потом, когда мы встречались уже с его близкими товарищами, они говорили, Ленька, ну ты помнишь, как ты Иркут-то переплывал? 18 июня 41 года Леонид Гайдай окончил школу. 22 июня началась война. 23-го вместе с одноклассниками он пошел записываться в армию. Но в военкомате им сказали, что они должны немного подождать. Поначалу в армию брали с 19 лет. Гайдай устроился рабочим сцены в Иркутский театр, где в это время в эвакуации был Московский театр сатиры. Это был первый серьезный шаг навстречу судьбе. В театре сатиры работали такие мастера, как Хенкин, Тусузов, Поль, Слонова, Курихин, Доронин, Грузина, Лепко, Пугачева, Кара Дмитриев. Для Гайдая это были первые уроки актерского мастерства. Thank you.
Гайдай служил в пехоте, в пешей разведке. Неоднократно ходил во вражеский тыл. Одним из первых был награжден медалью за боевые заслуги. В феврале 43-го он подорвался на мине, получив тяжелейшее ранение. 9 месяцев провел Гайдай в госпиталях. Перенес 5 операций. Несколько раз ему хотели ампутировать ногу, но он категорически отказывался. Одноногих актеров не бывает. Ногу ему спасли, но последствия ранения преследовали его всю жизнь. Он был инвалидом, но никогда никому не говорил об этом. Более того, находил возможность шутить над болезнями в своих фильмах. Знаете, что я вам скажу? Ни черта в этой болезни доктора не понимают. И я так считаю. Адовы муки. Адовы, адовы. Скажу вам прямо, дело наше дрянь. Вы правы. Одна только вещь помогает в жизни. Припарки из галаадского бальзама. А орех святого Игнатия? Ну, тогда это... Хорошая выпивка. А? В январе 44-го Леонида комиссовали по ранению. Он вернулся в Иркутск. Его снова взяли в театр, теперь уже актером. Одновременно он поступил учиться в актерскую студию. Леонид жил в общежитии актеров, бывшем коммерческом подворье. Жилось голодно, суточная норма хлеба была 300 граммов. Гайдай иногда выбирался в Глазково к родителям. Оттуда привозил немного продуктов, которые по-братски делились между всеми. Однажды Леонид прилег отдохнуть, закрыл глаза, но не спал. Очень есть хотелось. Дежурный стал жарить картошку. Когда она была готова, кто-то сказал: «Надо Леню разбудить». А другой возразил: «Он так устал, пусть поспит». И пожалели, не стали будить. «А мне было стыдно открывать глаза и вставать», – вспоминал Гайдай. Так и остался без ужина. В общем, из еды культа не делали. Зато в его фильмах, если уж застолье, то обязательно пир горой. Я, баб, на вас прямо удивляюсь. Вы очень здорово пить. В прежнее время я мог свободно 1/4 выкушать. Ну, конечно, был романтизм. Закуска. Прошу всех к столу.
Вот этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем. Хотя, кажется, никого этим не радуем. Никто нас не любит. Мы чужие на этом празднике жизни. Что такое? Хорошим был человеком Гайдай, хорошим, талантливым, подарившим миру блистательную плеяду фильмов. Он не только был хорошим человеком, но и блестящим.